Добрый вечер, дорогие подписчики. Хотя у меня их не так и много, но все же. И те, кто посещает мой канал для просмотра очередных видео домашних покуров. С вами канал Домашние покуры, я мистер Перес. И сегодня у нас на обзоре табак от фирмы Burn. Вкус Sunday Sun. Вот, вкус этот у нас... в себе сочетает три цитрусовых, это апельсин, грейпфрут и лимон. Пахнет табак очень вкусно. Он также по консистенции и по цвету у нас напоминает, что правильно, Дели Хуку. В принципе, я курил его уже. Курил я другой вкус, тропический. Не помню, как называется, торнадо, по-моему. Вот, вкусный, интересный табак. Но... именно когда куришь, вкус не такой насыщенный, как хотелось бы. Ну, может, просто мне попался такой вкус, не топовый. Сегодня покурим Sunday Sun. Будем курить на фанере, как всегда. Забьем чашечку, угли греются и продолжим. Итак, мы с вами, напоминаю, курим сегодня табак Burn Tool вкус Sunday Sun. Это у нас цитрусовый микс. Вот. Вообще, перед тем, как попробовать, хочу сказать, что вот табак Burn, он, в принципе, считается очень жиростойким, поэтому, если кому интересно, если у вас маленький фаннел или там чаша небольшая, можете забивать на... ставить, точнее, на коллаут или на фольгу, как вам удобнее, 3 угля смело, или 4 и больше, там, если у вас какие-то более объемные чаши. Вот. То есть табак достаточно жаростойкий. Пробуем. Очень дымный табак, очень дымный, как Дели Хука. Меня, наверное, не видно за дыма. Ну, вкус, да, цитрусовый, естественно, как и заявлял производитель. Не могу сказать, что супер насыщенный, но вот грейпфрут чувствуется очень хорошо. Лимон, грейпфрут. Ну, апельсин тоже должен чувствоваться, но грейпфрут, мне кажется, перебивает любой цитрусовый вкус, может, кроме лайма. Могу сказать, что это, да, такой солнечный микс, как раз скоро лето. И рекомендую курить его в миксах, потому что соло он как-то не очень. Как будто что-то не хватает. То есть надо миксовать и курить на открытом воздухе. Вот тогда будет отлично, так как табак нереально дымный. Его даже лучше будет именно вот на открытом воздухе курить, нежели в закрытом помещении. А тем более, если у вас плохая вентиляция или вы в квартире курите. Но пробовать этот вкус соло можете, конечно. Рекомендую. Burn, вкусный табак. Легкий очень. То есть, тем, кто не любит крепкие табаки, рекомендую его. Все, делайте вывод о табаке Burn, пробуйте, покупайте, советую. Всем спасибо, с вами был канал Домашние покуры, пока!